Сборная Италии уступила сборной Китая со счетом 9-11. И сейчас в нашей микс-зоне игрок сборной Италии Медея Верде. Медея, ваш комментарий к прошедшему матчу. Комментарий. Allora, noi oggi ce l'abbiamo messa tutta, siamo una squadra giovane e abbiamo lottato fino all'ultimo secondo, la Cina è una squadra forte che ha lavorato in questi ultimi anni, ma noi siamo andati avanti e abbiamo lottato fino alla fine. Сегодня мы встречались с сильной командой Китая. Мы являемся довольно-таки слабыми игроками, но результат нас порадовал, потому что мы шли в основном как бы очко в очко, и только в последнем периоде уже Китай одолел с хорошим перевесом.